Ну что, еще посекретничаем. Сейчас я принесу чай, включу свет. Обратите внимание, сейчас я заснимаю мое видео. В комнате у меня выключен свет. То есть это видеосъемка, потому что White Nights in San Petersburg. Так что вот, то есть так светло на балконе, то есть я заснимаю мое видео с балкона, с my balcony. Так что вот, а сейчас вы увидите, я включу свет в комнате, и вы увидите, как будет немножко по-другому. Ну, еще чаек, сейчас заварил чаек, сейчас еще посекретничаю. Ох, что-нибудь такое, какие-нибудь секреты. Ну что, я уже иду. Ах, спинку прямо. Ах, это как красотка.
суперзвезда. Ой, а кстати, даже, по-моему, видеосъемочка даже была лучше, да? Может быть, выключить? Смотрите, как сейчас тут видно, правда, видно бэкграунд вот это. Ну-ка я выключу, сейчас посмотрим. Может быть, даже лучше будет. Знаете, сейчас вот у меня со светом. Прямо. Ах, и такая эротическая. Ах, да. И такая супер эротическая. Вы зато и будете знать, что такое белые ночи. Представляете? Белые ночи в Санкт-Петербурге. Это видеосъемка. У меня ноутбук стоит на моем балконе. Это, дорогие друзья, это White Nights in Санкт-Петербург. Я на самом деле, знаете, вот вечер подышать, знаете, насладиться белыми ночами, собой. Да я не очень, я буду так тихо. Вам, не знаю, может прислушиваться. Я особо громко говорить не буду. Ну и шептать я особо не буду. Ну а особо громко я тоже говорить не буду, поскольку у нас сейчас 23 часа. Так что вот. 11 часов вечером все-таки. Так что вот. Наслаждаюсь собой. Ох, такой этот бриз, я бы сказала. Прохладным воздухом. Ну такой достаточно. Такой прохладный, хороший воздух. Так что вот. Я не знаю, если я буду тихо говорить, будет вам так слышно? Или нужно это поближе? Или как-то нужно подвинуть? Я же не знаю. Я смотрю, это видео, которое я загрузила с Ютуба, такой эротический массаж. Ну вы поняли, да? Я не буду эти слова говорить. Такой вот эротический массаж посмотрела аж 130 с лишним человек. Я и раньше загружала какие-то такие, в общем, это в рамках, я изучаю тантра, тантра-йогу, в общем, в рамках изучения дао, дао любви и секса, тантра, тантра-йога, искусство жизни, я, в общем, загрузила такой, в общем, я не знаю, там, мастер-классы, в общем, или как это будет, в общем, я так понимаю, женщина, она, наверное, все-таки специалист, в общем, как-то показывает. Просто я смотрю, там я часто загружаю какие-то фильмы, там даже такой популярностью не пользовалась, в принципе, ни одно видео. Я так вот смотрю какие-то фильмы, там даже, там, не знаю, там, эти ролики Натальи Правди, ну там это позитивное мышление, смежные науки, чего-то я не видела такого, что там 130 с лишним человек посмотрело одно видео. Вот. Получается, это вызвало у вас интерес. Я просто делаю вывод, что это как-то интересно. Честно говоря, у меня такая задумка была, в общем, делать, ну, не какие-то такие ролики, чтобы что-то такое, это нужно быть специалистом, а что-то, в общем, такое как-то вот там в рамках, не знаю, там, в рамках тантры, рассказывать о тантре, да, о любви, в общем, что-нибудь такое, такое интересненькое. Даже такие мысли, ну, у меня и раньше такие мысли были, но думаю, что, знаете, все-таки нужно к этому как-то, чтобы, знаете, как-то что такое вообще, ну, поняли, да, то есть это нужно очень быть такой, ну, а что, у нее огромное количество, у этой женщины, она то ли психолог, то ли, как она называется, коуч, в этих каких-то этих вопросах, у нее же там огромное количество видео, какую-то такую тематику, у нее она просто, как говорится, ну, тематика такая, но не совсем такая, она просто рассказывает там, знаете, о сексе, то есть там всякие позы, там вот это вот. В общем, сейчас загружаю там мое видео.
на мой канал Ютуба, на страницу ВКонтакте Татьяна Салмана через Тагис Мактум Сайт или через Тикет, я уже загрузила два мои видео, даже три. Сегодня я засняла три видео, ну, для общего, так скажем, от моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, три видео, я еще видео загрузила на мою страницу ВКонтакте. Ах, это волшебство. Ах, это волшебная палочка. Да, белые ночи. Мужчина тоже там наслаждается. Гуляет. Наверное, тот же или другой, то что точно вам не могу сказать. А так он вообще и тот, и там другой, может быть, они там разные, в общем, на самом деле. Ну уж как само, не с самого утра, но, в общем, целый день там, знаете, то есть, да, наслаждается погодой. Работа у меня такая, целый день наслаждаться. Да, этот же, наверное, в кепочке, вот там он там. Да, в общем, пошел он, на самом деле. Ну, там он прохаживается, в общем, да. Как говорит Наталья Правдина, инсайт. Знаете, вот Наталья Правдина это вот называет инсайтом. Вот был у нее такой инсайт. Так что вот, а вот Татьяна Салмановна сегодня был тоже инсайт, такой инсайт. Это, наверное, связано, знаете, вот это вот, с министерством, знаете, министерство счастья, знаете, такой инсайт, министерство счастья. Просто я там на одном из своих видео, в общем, сказала, что, в общем, людям как-то вот людям нужны как бы, ну вот там смотрите, там вот это дороги, у многих там эти туалеты, как бы там это за углом на участке, в общем, там людям, да, в общем, короче, вот такие какие-то, достаточно какие-то такие вот нужды, в общем, приземленные, люди хотят, чтобы это, в общем, это вот, и, наверное, к этому у меня такой, знаете, такой инсайт был, инсайт. Наверное, это как бы к эквиваленту счастья относится. Что такое эквивалент счастья вот в этом градусе, где-то там, вот там, на отшибах, в этих деревнях. И знаете, какой был инсайт? Вот при этом эквиваленте счастья, вот это такой инсайт, что там такой участок, и там домик такой приличный домик. Достаточно такой ухоженный, небольшой домик, приличный, такой огород, все прилично. И женщина сидит на лавочке. Вот. Ну, я не знаю, сидит, наверное, наслаждается собой, природой, огородом. Такая, ну, в возрасте. Такой инсайт. Все такое, как говорится. Ничего такого, то есть такой домик, ну не супер-супер, а такой деревенский домик, все такое очень, очень так ухоженное. Вот и женщина сидит. И другая картинка была, и другая картинка, что по поводу домика надо вспомнить. В общем, точно по поводу домика не могу сказать, но смысл в том, что вы поняли, да, вот, то есть это какие-то противоположные вот эти вот. Наверное, то же самое, точно не могу сказать, какой-то инсайт такой. Наверное, это же самая женщина, но она на четвереньках по вот этому, на четвереньках там ползает, по участку, на четвереньках она ползает.
вперед. Наверное, знаете, вот этот вот объявленный банкет, только не рассчитали, за чей счет-то был банкет. Так что вот. Просто показываю что-то. Теперь что такое, за чей счет-то банкет. Вот. А я там все думала, а что ж такое там, знаете, такое, что такое фантастическое произошло, там еще что-то. Ну, в общем, такой инсайт. Интересный, правда? Так что вот. Я вам сейчас скажу вывод к этому. Я вам скажу вывод. Подытожу. Подытожу это. Сейчас я вам скажу вывод. Словами моей мамы Тамары Петровны. Она болела. Я за ней ухаживала. Она болела раком. Так что вот. И когда приехала к ней скорая, и хотела ее отвезти в больницу, наверное, в эту ближайшую, которая принимала, больница. Уж не буду вам озвучивать больницу, но это ближайшая, вот это вот, Святого Георгия, по-моему. По-моему, Святого Георгия. Могу, конечно, ошибаться. Вы знаете, что мама Тамара Петровна им сказала? Михаил Маратович, это специально для вас, я говорю. Я думаю, вам не составит труда найти этих людей, которые приезжали и так далее. Да, в принципе, по Питеру, в общем. Там бригада была, там был не один человек, они по несколько ездят. Так что вот. Мама стала говорить им, что она блокадница, что она всю блокаду здесь прожила. Она им так сказала, я была просто удивлена. Она им так и сказала. Она сказала, что она в ту больницу не поедет. Она сказала им, в ту больницу я не поеду, везите сразу на кладбище. Она сказала, чем в ту больницу ехать, сразу на кладбище везите. Так вот, инсайт был такой, что там эта тетка ползает по этому огороду, а там скорая такая подъезжает и говорит, а зачем мы повезем куда-то, поедем? Вызывайте сразу вот этот вот катафалк. Ну, это, как называется? Ну, катафалк вот этот. Не катафалк, а как называется-то вот это? Как там? Анекдот есть такой, я такой анекдот слышала. Там звонит женщина в скорую, после ей там, у нее спрашивают, сколько вам лет? Она говорит, что-то там. Ну, в общем, 80 с лишним. Анекдот такой я читала. А там ей говорят, так вам на кладбище пора, вы в скорую звоните. Так что вот.
Так что руками там махать не надо. Я же уже говорила, что каши мало ели, овсянка, правильное питание. Правильное питание, овсянка на завтрак, очень полезно. А еще такой инсайт был. Чего не было, что ли? Вертолет. Он, кстати, не упал у вас, вертолет-то. Он просто неудачно сел. Приземлился вертолет ваш неудачно. И сместились у вас позвонки. На спине такая штука. И все, короче, этот хуяк. И слушали маяк со здоровьем, короче. Это даже к бабке не ходи. Такой Вольф Мессинг. Буклет надо было с собой Коновалова взять, наверное. Или ходить больше 10 лет на сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Он говорил, что если буклет спасает. Так что вот. Помимо того, что певица Татьяна Салман еще мечтает быть актрисой, великой, как Софи Лорен. Ой, как говорит это, Семина мама, не надо драмы. Этот, как там, Шекспир или кто там вот этот написал? Татьяна Салман, не надо драмы. Вот это. Не надо драмы, там, инсайды, короче. Ну вот это, ну вылечит у них там вот это вот бабок да это, до хрена. Там это, там есть такие клиники, там их там вот это вот и все, короче. Сейчас же технологии вообще вот эти вот такие коллайдеры, технологии пошли вперед. Так, кстати, по поводу коллайдера. Интересная тема. Даже вот читала пару раз. Надо еще раз будет почитать. Мы с вами изучим, чего делает коллайдер. Так что вот. Я предлагаю нам всем почитать 90-й псалом. 90-й псалом. И себе в первую очередь. Я это себе говорю. 90-й псалом. Вот. Это такой немножко коллаж о том, что нужно заботиться о себе, о своем здоровье. Если вы летаете на самолетах, на вертолетах, там еще на чем-то, нужно как-то быть, в общем, вот так вот. И, в принципе, смотреть, наверное, Тони Робинса, богатеть. Чтобы была достойная еда, правильная еда, правильное питание очень много значит. Вот. Я же вам говорила. Заботиться о своем здоровье, это физическая нагрузка, в общем, правильное питание и хорошие мысли. А вы думаете как-то очень так, не очень это, немножко негативно. Так что вот. Там видео, наверное, у меня уже загрузилось.
Это «Белые ночи», это Санкт-Петербург. Еще научные молитвы помогают Джозефу Мерфи. Я вам уже говорила, великолепные книги. Это мой любимый автор Джозеф Мерфи. Вот. Там у него откроешь, там огромное количество людей с проблемами, которые обращались к нему. Различные болезни, заболевания, какие-то травмы, страхи. Чего там только не написано. И на разные случаи там есть и научные молитвы Джозефа Мерфи. Так что вот. Я предполагаю, также обращались к нему, наверное, люди со всякими там авариями, может быть, автомобильными и так далее. В общем, как-то вот это вот. Так что вот. Я вот снимала у Гульджаны Евгеньевны квартиру. 2 месяца. Она мне говорила, там соседка в доме, там с той стороны вот женщина, она говорит, в аварию автомобильную попала, сейчас она все дома сидит, лечится или что там. Ну, как-то вот так, наверное, вылечили ее, домой отправили, а в общем, как-то вот так. Она говорит, почти, говорит, большую часть времени дома проводит. После автомобильной, она, по-моему, говорила, да, вот с той стороны, она говорит, там вот женщина. Так что вот, разные случаи есть. Если я правильно помню, да, она говорила, что вот так вот как-то вот. Такую двухъярусную квартиру, кстати, с огромной парковкой. Я вот такая в центре вообще, Черная речка. Здесь недалеко. 10 минут езды на машине. Так что вот. «28 минут позитива со мной. Татьяна Салманова, Макту Сайфуди. Так что почитаем. Почитаем 90-й псалом. Видео сейчас посмотрю, фильмы посмотрю, видео загружу и лягу спать. Немного загрузи мне кровать. Вот такие вот.